очередь сообщать о потерях. L972-40 на связи. Подтверждаем потери. Это тот джедай! Поймать врага! От меня не уйдешь! Я с тобой справлюсь! Без проблем! На сканерах новый корабль. Мы не ожидали от них такой огневой мощи. Что у нас с корпусом? Сильно поврежден. Прочность уже ниже 70%. Этого хватит, чтобы остановить мятежников. Просто веди... Надо же, сработало. Ладно. Доложите обстановку, что у вас там? Вы нарушаете имперский протокол. Можешь этого заткнуть. 207. Прекратите, иначе мы... Погнали. Вот и бластеры. Фу! Я тот, кто захватил AT-AT. А ты кто? Тот, кто очень злит империю. Мы нацелились на ту посадочную площадку. Поддержка не помешает. Принято. Разозлим их еще сильнее. Избавиться. Прямо в нас. Что делать? Держись! Приготовься, беги!
Я в порядке. Ты как? Нет уж, хватит с меня этого. Ты угробил отменный шагоход. Как зовут? Кэл Кэстис. Со Геррера. Зачем пожаловал на Кошевик? Еще кое-кого. А ты зачем здесь? Мы с товарищами хотим перекрыть имперские пути снабжения. И кого ты ищешь? Вождя Вуки по имени Тарфул. Тарфула невозможно найти. Неспроста Империя не может его обнаружить. Он борец за свободу? Настоящий борец за свободу. Он символ сопротивления Вуки. Бьет по Империи из теневых земель. Цере, Грис, это Со. Здрасте. Зачем вам Тарфул? Дело джедаев. Джедаи мертвы. Не все. Ты забрал это у трупа? Это мне дал мой учитель. Эта площадка связана с имперским заводом, на котором трудятся рабы Вуки. По данным разведки, среди пленных есть партизаны. Я помогу им. Может, кто выведет на Тарфула? Шанс есть. Эй, минутку, стоп, минутку. Богомол творит чудеса. Да, корабль отличный, пилот хорош, но он не создан для близкой поддержки. Мы будем здесь. Последим за имперскими каналами. Если повезет, перехватим сигнал тревоги. Спасибо. Мы с лейтенантами разведаем обстановку перед атакой. Присоединяйся потом. Пошли, пошли. Рад, что вы в порядке. Да, да, тоже рад тебя видеть. Ну и ты рад же тут. Твой план сработал. Что, последуешь за Со? Что думаешь о плане Со? Он ввязался в заведомо проигрышную битву. Сомневаюсь, что помощь Вуки – его единственная цель. Мне кажется, ему можно доверять. Может быть и так. Но он явно чего-то недоговаривает. И помни, Империя ведет грязную игру. Осторожнее там, на заводе. Спасибо. Буду иметь в виду. Говорят, Со хочет выяснить на перерабатывающем заводе что-нибудь о Тарфуле. Утром поступил отчет о том, что его видели в теневых землях. В одном имперском сообщении говорилось, что он рядом с деревней Вуки. Она не в состоянии сражаться. Все верно. У нас нет времени. Продержись до нашего возвращения. Этот план не сработает. Нам конец. Мария обозначила на карте их гарнизоны. Имперцы не успеют выслать подкрепление. Все будет хорошо. Если сделаем все быстро. Были передряги и похуже. Я уважаю этого человека, но нам предстоит необычная стычка в лесу. Надеюсь, мы готовы. Снова сканируешь? Нашел что-нибудь? Дела здесь идут даже хуже, чем на Зефа. Что это там?
Ну, началось. Что нашлось? Должен быть на другом конце траншеи. Прохода нет. Может, найдем что-нибудь поблизости? Там могут быть запчасти. Какое напряжение ты выдерживаешь? С таким трансформатором ты сможешь замкнуть имперское оборудование. Попробуем. Отлично сработано.
Мне нужна помощь. Давай разряд. Перерабатывающий завод. Что империя делает с древесной смолой? Ничего хорошего. Они создают из смолы сильно действующую смесь и, похоже, расширяют производство. Остановим их. Таков план. Мы не знаем их цель, но силы врага слишком растянуты. Добытая карта это доказывает. Держи, приятель. Эти заводы также выполняют роль ужасных тюрем. Мы используем эти резаки, чтобы отвлечь внимание. А ты возьми свой меч и освободи находящихся там вуки. Нам понадобится их помощь, чтобы остановить империю. Понял. Будь поосторожнее. Слышал? Он сказал, нужна моя помощь. Пошли.
отключился один из рюкзаков. Нарушитель! Да, нашел! Бей его! Шансов у нас немного. Это было кстати. Что это? Осталось после воинов Вуки. Здесь было их тайное убежище в битве против Империи. Ясно. Да, иди. Пламенные жуки! Они лезут сквозь стены! Огонь по гнезду! Ну ладно! Куя хватит! Нам надо взломать эту дверь. О, ладно. Ты нашел что-нибудь, Биди один? Thank you.
Будь осторожность. Это будет легкая победа. Хорошо. Ты точно хочешь подключиться к этой штуке? Ладно. А, там можно срезать. Вот почему ты хотел сдвинуть эту штуку. Ты не подозревал об этом, да? Ты просто хотел включить резак. Интересно, Грис бы это приготовил? О, ладно. Что там, беди один? Как ты оказался внизу? Там еще живы? Пока да. Почти добрались. Хорошо. Имперские сигналы тревоги раздаются по всей планете. Если ты не доберешься до пленников... Мы справимся. Я обещаю. Джедай вот-вот будет здесь. А наше подкрепление? Отступает. Хорошо. Сэр? Чем меньше помех, тем лучше. Приближается противник! Понял!
Смотреть в оба. Ты только оттягиваешь свою смерть. Размажем его! Я больше не могу сражаться! Нужен Тим! Держимся! Ты трус! Все джедаи сгинут! Ты совершил ошибку! Беги, беги, тряпка! Умри, как остальные! Самойся! Бойся меня! Такой уязвимый! Я буду рад убить тебя! Иди один! Стим! Ты умрешь, предатель! Слава Императору! Я не поддамся! Сразись со мной! Ты будешь истекать кровью! Ты только оттягиваешь свою смерть! Руки дрожат, Седай! Тебе от меня не уйти! Необходима энергия. Стражи нет. Рад помочь. Кто готов навалять им перцам? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. Thank you.
Этот Вуки умер от ядовитых паров. Империя отравляет планету. Впереди. Мы совсем рядом. Можешь что-то сделать, Биди? Дай-ка, Стив. Ты меня подлатал. Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Поддается, мы в ловушке! Нужно вытащить их отсюда. Смотри! Нужно защитить пленника! Атаки! Ты пожалеешь об этом. Тебе не убежать. Ничтожество. На крышу!